бешено, вниз, вверх, 5 разов. С такой физкульт-минутки начинается урок у учащихся 5 класса средней школы номер 7. Ребята хорошо знакомы с разминкой и уже знают, для чего она необходима. Впереди у них 45 минут работы над учебниками и выполнение письменных заданий, потому важно подготовить глаза к нагрузке. Обучение в школе – это большая нагрузка на детей. Они сидят 45 минут без движения, в статичном положении, и естественно, что это влияет на быструю утомляемость. У них меняется и нарушается внимание, пропадает интерес материалу, который на уроке изучается, и поэтому большая нагрузка идет на зрение, потому что дети очень много читают, а если это письменные предметы, то выполняют еще и письменные работы. Поэтому пару минут отдыха в середине урока просто необходимо, чтобы их отвлечь от учебной деятельности и снять накопившуюся к этому времени усталость. О проблеме, связанной с нарушением остроты зрения, говорит статистика. Каждый 5-й юный прищанин страдает либо близорукостью, либо дальнозоркостью. Связано это с большими нагрузками, наследственностью и слабыми соединительными тканями. Но медики не торопятся во всем обвинять учебники и уроки. Они уверены, проблемы со зрением в таком количестве в жизнь учеников пришли вместе с гаджетами. Но из этого положения есть выход, если вовремя заметить, что у ребенка снижена острота зрения. Чаще всего первыми признаками, по которым родитель может обнаружить, что у ребенка снижена именно острота зрения вдаль, это прищуривание, значит, невозможность разглядеть маршрутное такси, например, или автобус, что чаще всего нам родители говорят. Также ребенок может жаловаться на невозможность рассмотрения букв с доски в школе, может быть утомляемость, нарушение успеваемости, почерк может меняться. Вот такие какие-то моменты родитель должен обратить внимание, потому что, как правило, дети до класса 2-3, они просто не жалуются, не говорят. Правда, Константин Вознюк о своей проблеме сразу сообщил родителям. Еще с начальных классов мальчика забеспокоило то, что с доски он мог не все увидеть. Родители сразу забили тревогу и не только обратились к специалисту, но и проводили профилактические мероприятия дома. Сейчас Косте 14, но до сих пор он с родителями исправно посещает врача-офтальмолога и мониторит ситуацию. С ребенком у нас начались проблемы в начальных классах. Он меня заметил, что с доски плохо начал видеть. Ну, мы, конечно, обратились к доктору. Нам прописали очки. Через какое-то время, может, через год, наверное, у него немного снизилось зрение. Ну, мы как бы старались так, чтобы он берегли глаза, меньше как-то в телевизорах, в компьютерах сидя, в телефоне. Ну, как-то смотрю, вот сейчас он опять пожаловался, что мам, мне плохо видно с доски именно вот ему. Вот мы сейчас пришли сюда. Наверное, вновь опять нужно будет менять линзы. Чтобы сохранить остроту зрения у школьника, необходимо соблюдать простые правила, которые станут основой здоровья ребенка. Нам необходимо следить за посадкой ребенка, как он сидит. Он должен сидеть ровненько, не склоняться, не ложиться на стол. Дальше необходимо нам обеспечить освещение, то есть должно быть, если это вечернее время, еще дополнительный источник света. Стараться уроки делать, если ребенок занимается во вторую смену, именно переносить на утро. Не делать ребенку третью, а переносить на утро. Понятно, что это сложно, но стараться. Если черновики есть у ребенка, черновики мы стараемся убирать, чтобы уменьшить, опять же, зрительную нагрузку. Значит, что касаемо гаджетов, в нашем современном мире понятно, что без этого мы не живем. Вот, но родители, главная задача родителей – научить детей грамотно ими пользоваться. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.